Не довелось мне на твоих концертах быть и диалог построить между нами, цветов тебе на сцене подарить и обменяться парой фраз стихами. Не довелось записку написать с моим вопросом, чтобы ты ответил. Не довелось твоей руки пожать, чтоб ощутить, насколько ты был светел. Не довелось с тобой запечатлеть на телефоне фото, чтоб потом гордиться. Не довелось в Москву мне прилететь в тот день печальный, чтоб с тобой проститься. Могу об этом много я писать, еще не довелось чего-то важного. И не одна исписана моя тетрадь, пока молчат листы мои бумажные. Не доведется нам с тобою жить ни в этом мире, ни на планете этой. Лишь в моих снах мы сможем говорить о том, что не успел допеть ты. И раз судьбой нам не дано, не было дано за много лет нигде не повстречаться, теперь мне доведется лишь одно в стихах моих с тобою изъясняться. Сегодня доведется мне с тобой в реальности печальной встретиться. Зажгу я в храме свечи в упокое твоей душе, что в небесах у Бога теплится. И доведется мне уже всегда с букетом белых роз к тебе стучаться. Пусть нашим встречам сопутствует звезда, когда до встречи следующей с тобой буду прощаться. Юра появился чистым, непорочным. Среди нас один, без пятен, без грехов. Он был искренним и плакал ненарочно. Ангел Божий. Да, Юра был таков. Улыбался каждой пташке, каждому листочку, что на дереве шумел под ветерок. Собирал он крошки, бумажные кулечки и червячков в коробку холодок. Он кормил и птичек, и кошек, и собачек, зачастую сам не евший по 3 дня. Не было еды, но сигареты в пачке он хранил в кармане, укрывшись от дождя. Дружба для него – слово непростое. Дружбу крепкую надо заслужить. Если дал ты слово другу, то сдержи такое. Твой поступок честью будет друг ценить. Вот такой и Юра был всегда по жизни. Рядом был и в радость, и в горькую беду. Никогда не изменял он своей отчизне. Если надо было, с неба мог достать звезду. Еще один от нас ушел кумир, и опустил с его кончиной мир. И канули в забвение наши грезы, осталась только боль, остались слезы. И белых роз никто нам не споет, и ночь седая уже не обернется. Наш музыкант отправился в поход, в даль вечную, откуда не вернется. Уходите, 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 с собою наше сердце унося, и только иногда во снах приходите, заветный смысл в нашу жизнь внося. А иногда вы просто посылаете нам сверху теплый солнечный привет, с любовью счастья и здоровья нам желаете и помогаете на все найти ответ. Ах, если б знали вы, как больно и обидно нам оставаться здесь одним, без вас. Вам наверху блаженно, вам все видно. Наш каждый шаг здесь, на земле, и каждый час. Вы смотрите на нас с большой любовью, ласкаете нас, прикасаясь нежно. А мы живем с нашей сердечной болью.
в забвении нашем безмятежном. Но почему судьба несправедлива? На пике славы ваш прекращает путь. Грехи кому-то отпускает терпеливо. Кому-то предвещает на пути свернуть. Уходите, 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 поэты, певцы, актеры, музыканты. Друг друга в небесах находите, в круг принимая новые таланты. Высоцкий, Цой, за ним Тальков, избранники вселенной, Шатунов. И многие серьезные умы, внезапно отошедшие в миры. Там собран весь вселенческий бомонд. Теперь он там, весь золотой наш фонд. На их концерты билеты не купить. Здесь, на земле, в воспоминаниях нам жить. Там свой Эльбрус и восхождение флаг. Там собирается иной аншлаг. Иной там запах цветов и комплиментов. У них свои овации аплодисментов. А мы их помнить будем здесь всегда. Нам будет сверху светить одна звезда. Она всех гениев в путь млечный соберет, чтоб нам смотреть на вечный их полет. Сидели трое за столом, четвертый у окна стоял. Вели негромкий разговор, кто как сюда, когда попал. Один сказал, мой голос хриплый, все узнавали с первых нот. Пришел сюда в Олимпиаду, рыдал по мне честной народ. Второй промолвил, пел про солнце, про жизнь грядущую, про перемены. Когда попал сюда, все люди писали, что я жив на стенах. «Скажу и я», — ответил третий, — «я, как и вы, был бунтарем. Меня убили на концерте одним дождливым октябрем». И после нашего ухода была в смятении страна, и вот теперь мы все легенды и помнят наши имена. Четвертый тоже сел за стол. Теперь и я тут буду с вами. Покой и я вдруг здесь обрел, хотя меня не отпускали. Я не бунтарь, романтик я. И пел я вновь и вновь про солнце свет, ромашек цвет, про дружбу и любовь. Эти строки я увидела в интернете и написала мой стих. Четверка лучшего стандарта, не переплюнута никем. В сплошные годы авангарда не запугать было ничем. Они боролись за родное, что им должно принадлежать. Не принимали и чужое, чтобы потом не потерять. Господству власти и тирана, не пожелавших мир признать, планету желчи и обмана, хотели добротой спасать. Хотелось очень достучаться туда, где черное пятно, чтоб научились улыбаться тому, как светится оно. Остались песни недопеты, недосказались и слова, и незакончены куплеты той музыки, чтобы хвала могла по миру простираться, чтоб каждый слышал ее звон, чтоб каждый мог ее стараться спеть где угодно, в унисон. Четыре ангела небесных за правоту отдали жизнь. Теперь четыре сердца честных там, где уходит небо ввысь. Снова дует ветер перемен, ночь седую ты для нас оставил, белых роз букеты взяв взамен, ты с небес нам звездочку отправил. Снова ты для нас поешь со сцены, снова заполняешь ты страницу. Ты нам пел про ветер перемены, уносящий в небо твою птицу. Твои зрители там, в небе, облака,
И они сейчас с тобой там поют. Лишь доносится твой голос свысока. Исполняешь, как небесный свой дебют. Выпускай ее жар птицу у небеса. Пусть она среди облаков тебя найдет. Через ветер, океаны и леса от землян тебе послание донесет. Что тоскуют здесь все люди без тебя, что не радостны ни ночь, ни солнце. Ты спустись к нам в виде летнего дождя, обними нас, постучись в оконце. Пусть родится песня о тебе, пусть прославит голос твой волшебный, пусть звучит она повсюду на земле, пусть для всех станет она целебной. Бабуля Сергея Кузнецова. Мои пальцы немеют от боли, тебе играю мелодию мою. Помнишь, как бежали мы по полю, проливному радуясь дождю? Тогда намокли мы до нитки, но были рады до небес. Сушили над костром пожитки, и нами листами пел дремучий лес. А помнишь, как аккорды брали? Ты на гитаре, я за тобой наблюдал. Потом на клавишах играли. Эмоций было просто шквал. Не сразу у нас гладко получалось. И споры были, и были разногласия. Но чаще все с успехом заключалось, найдя исход решения в одночасье. Нас многому природа научила, дорог немыслимых пути пройти. О, сколько поражений было, случалось много раз до цели дойти. А помнишь, как примчались к твоей тете? Сбежал ты к ней, чтоб отсидеться там. Потом судьба швыряла нас в полете. Послать бы все тогда ко всем чертям. Ах, Юрка, друг ты мой, Юрашка, не ты ли обед меня спасал? Ты, как фланельная рубашка, всегда мне душу согревал. Ах, если б знал ты, мой дружище, как по тебе тоскую я. Тяну себя из пепелища, чтоб выжила душа моя. Как мне сыграть тебе мотивы тех слез, что душу обжигают? Ах, сколько, ах, как же горькие и строптивые осколком сердца оседают. Скажи, что делать мне с рассветом? Где силы взять идти вперед? Вокруг меня все черным цветом, и лишь одна полынь цветет. А если ветер вдруг заглянет в мое прозрачное окно, табачным дымом вдруг потянет, лишь настежь распахнув его. С кем тут могу я поделиться всем тем, что набралось в душе? Мне некому теперь открыться, не рассказать о том уже, как в одиночестве я время провожу в ожидании вчерашнего заката. Не бываю, не дышу и не живу, и в сердце нет уж прежнего таката, от которого лишь светится душа, от которого летать с тобой мне хочется. Мы с тобой мечтали не спеша, поселилось в тех мечтах пророчество. Мне приснился сон, ты что-то говоришь, глядя на меня открытым взглядом. Вдруг в ночи глухой внезапно позвонишь. По привычке телефон держу с собою рядом. Дорогие мои поклонники, поклонники Юрия Шатунова, я Кузнецов Сергей. Обращаюсь к вам со словами благодарности о памяти к Юре. Мне очень приятно, что вы храните верность и преданность к любимому артисту.
Хочу объявить огромную благодарность поэтессе Жанне Вельт. Она написала стихи о Юре. Я их читал. Очень трогательно. Также спасибо Жанне за вечер памяти, который состоится 29 октября в Москве и 6 ноября в Санкт-Петербурге. Я знаю, что Жанна посвящает своей книге «Иконы века за тонкой гранью» и «Вечера памяти» благотворительные акции в детские дома. Покупая книги Жанны Вельт, вы вносите свой вклад в доброе дело сохранения памяти о Юре. Спасибо вам. Давайте. Уважаемый Юрий, вы меня, наверное, не помните. Я вашей фанаткой являюсь с 1984 года. Вам было мало лет, 11. Вы только начинали петь, и я с того времени являюсь вашей поклонницей. Конечно, вы меня не знаете, конечно, не помните. Сейчас я в черных очках, но я вас очень люблю. Прошло много лет, и я вам дарю розы. Благодарю за теплые слова, и я не знал, что ты моя фанатка. Это действительно спустя 20 с лишним лет это меня откровение, по большому счету. На самом деле приятное откровение. Неожиданное. Я думал, вы всегда будете для меня строгой женщиной, которая будет меня гонять, строить, воспитывать. А тут все оказалось да нельзя наоборот. Давай. Потом прочитаем. Юра, можно вас поцеловать? Серьезно? А что у? Я еще ничего не ответил. Вообще надоел. У меня есть кем целоваться. А потом я однажды пробовал. Теперь у меня сын есть. Поэтому лучше давай без поцелуев. Я песнями, а делаю с песнями. Вот так. Спой, значит, спой глупые снежинки, поехали к коньякам Артемским на природе после концерта. Нет, я понял, в чем подвох. Они говорят, спой, пожалуйста, песню, потом поедем, и я там буду петь, а они будут петь. Поэтому я на это подписываться не буду. Вы уж сами как-нибудь. Я спою здесь, тут все клево, звук есть, я есть, всем слышно меня хорошо, видно прекрасно, а вы, когда поедете на природу, ну, там за меня и ответите. Так, родной мой. Прям так и написано. Так, подождите. Так, здесь лайк поставил. Родной мой, лежу в первом ряду. Почему лежите? Команды такой не было. Сидеть? Была. Что, лежать нет. Так, сидя уже не помещает. Я понимаю. Ну, конечно, так удобнее. Вы знаете, я то же самое. Год пролежал, потому что сидя уже никуда я не помещался. Ну, сейчас, слава богу, форму набрал. Три концерта. Знаете, как строит? Как борец. Еще одну, потом пою. Дорогой Юра, вместо вопроса просто помашите нам рукой. Места, как 19-й ряд, места 23, 24 и 25, любим вас. С какой стороны эти места? А, вот там. Еще одно. Вологда, 15-й ряд, 27-й, 28-й место. Юра, передай, пожалуйста, привет моему мужу слева. У вас и справа муж есть? Хорошо. Вашему мужу привет. Слева. Клево. Так, первый ряд, 8-е место, Надя. И все. Хорошо, очень приятно, Юрий Васильевич. Так, уже 47 лет. Как? Так, вот. Юра, привет. Я, наконец, через 31 год на концерте, но теперь уже с сыном. О, я не виноват.
Вообще вопросов нет. Сыном, первый ряд, места 14 и 17. Спасибо тебе. За сына. Огромное спасибо и вам. За сына. За сына? Нет, у меня уже все есть. Я рад, что он у вас есть. На самом деле, вы знаете, это великая вещь. Иметь семью, иметь детей, иметь супругу, который тебя любит. Ребятишек, которые тебя уважают. Это вообще круто. Юрка прав, 100%. Можно хочу пожелать чистую человечески всего самого доброго. И берегите семью и сына. И вы. Юра Васильевич. Да, Юра Васильевич. А мне нравится. Меня называют как удобно людям. Юрка, Юра, Юрий. Ну, Юрий Васильевич сейчас вообще меня бесит, если честно. Я понимаю, что статус обязывает, говорит, там, Юрий Васильевич. Но нет, это совсем слишком официально. А все должно быть как-то проще, наверное. Проще? Васильевич. Да, во! Вот так клево, вот правда, так нравится. Ну я же Игорь не зову, я думаю, как ну вот так же, клево, все это смешно. А если бы я ему зову, Игорь Владимирович, на кнопку нажмите. Ну нет. Юра, а нравятся ли вам ваши песни? Юра, а нравятся ли ваши песни вашим детям? Хороший вопрос. Я у них не спрашивал. Потому что... Нет, на самом деле, шутка, конечно. Какие-то песни нравятся моей дочери, потому что мы с ней поем. И поем иногда и русские песни под гармошку сядем. Особенно «Виноват Илья». У меня здесь есть, как она поет. Давайте так, чтобы я не искал ничего. Я просто найду ее сейчас и поставлю, как она поет. Вот это будет топчик. Клево, да? Я в шоке. Это вот ответ на ваш вопрос. На каком языке говорят мои дети? Славушки, сколько тебе лет? Ты даже до сцены еще не доросла. Спасибо. 7 лет? Ну, знаете, круто. Слушай, у меня на афише написано 12+. 12+. Как вы сюда попали? Молодая дама. С мамой? С папой? Лучше с папой. Ну, я не могу ее подписать, потому что, ну, не могу. Потому что они все равно випы для нас. Вы такие маленькие, красивые. По-любому. И мне очень приятно, вы знаете, на самом деле, мне очень приятно, что родители позволяют своим детям посещать, вроде бы, казалось бы, взрослые концерты. Дорогого сына. Доверяю. И я могу сказать одно, что мои песни плохого не научат. Ну, я могу, конечно. Так, чуть-чуть пониже. Дорогой Юра, меня зовут Сюзанна. Я на коляске. Ух ты. Я очень хочу тебя обнять и подарить белые розы. Сижу от тебя слева. Слева. С этой стороны. Ну, я не знаю, как ко мне можно что-то... Мы обниматься не будем в целях безопасности, действительно, потому что это как бы не шутки, но цветы вы можете подарить, если подъедете сюда. Есть тут такая возможность или нет? Нет. Вот беда. Подойди. Так, ну ладно. А куда ты едешь? Куда? Микрофон не закройте, иначе спалит. И, ребята, вот таким был Юля.
Я сейчас вам покажу некоторые фотографии. Когда много лет назад к нему на сцену подошел вот маленький-маленький мальчуган. Его мама привела, потому что мама фанатка до сих пор. Но она привила любовь к этому малышу. И Юра его поднял на сцену. Прошло 10 лет. И этот малыш с мамой снова был на концерте у Юры. И показал ему фотографию, которую мама повесила в рамку. Вот эта фотография с подписью Юры. И вы знаете, этот мальчик вырос, и он здесь. И этот мальчик читает вам стихи со мной. А это билет на концерт Юры с тех времен. Вот такие моменты, они не забываются никогда. И я передаю микрофон Лёше, который расскажет об этом вам. Да, это у меня история была. 2003 год. Мама меня повела на концерт в город Сергиев Посад. После песни я, конечно, детально момент не помню, но это, конечно, присутствует у меня мысли, воспоминания, так сказать. Все началось с того, что во время окончания песни мы хотели с мамой подарить Юре букет белых роз. А, как вы знаете, на концертах там толпы фанатов. Юра, Юра, можно с тобой обняться? А мы в это время в толпе стояли. Юра такой: какой хороший мальчик, ну подайте его ко мне на сцену. Поднялись на сцену, мама такая говорит: Юра, можно сфоткаться? Да, конечно, поехал. Даже вот повторюсь про вот эти вот мысли, которые, воспоминания, которые у меня остались. Я помню тот момент, когда он мне поднес микрофон и спросил что-то, может спеть песню. Я так засмущался на фотографии вот на первой. Даже слов никаких не мог подобрать. Прошло 10 лет. Проходит концерт в городе Королеве. Даже вот этот вот билет, который мне тоже мама подарила на Новый год, была ситуация такая, вот под елкой на утро. У многих людей большие подарки, а у меня вот такая маленькая коробочка запечатанная. Ну, так расстроился немного, а как открываю, первый ряд Юрий Шатунов. Класс. Это январь, 9 января был там, да. 9 января, город Королёв. Тоже концертная программа шикарная. И я там уже не стал скромничать. Тот же букет белых роз. Дошел к нему на сцену подарить ему эти белые розы. И пожал ему руку. Помню эту вот, его улыбку озорную. Потом уже на подписание там всяких разных билетов, фотографий. Я даю ему вот эту фотографию. Подписал ее, посмотрел. Улыбнулся. Вот такая вот история. И до сих пор я помню Юру воспоминаниям. И знаете, что хочется сказать? Вот все многие говорят, надо жить дальше, надо перевернуть страницу. Но с Юрой не так. Для нас она всегда будет открыта. Я хочу вам сейчас прочитать балладу о поющем ангеле. Однажды ангел мимо проходил. Он просто
в гости к нам зашел. И радугой наполнился весь мир, как ураган он по земле прошел. Он ангелом спустился к нам с небес, его вселенная на день рождения отпустила, чтобы показать, как движется прогресс. Оберег свой дать ему забыла. Все не случайно в этом мире бытия, все не напрасно случается с планетой. У каждого свой день календаря, у каждого пред Богом день ответный. Ему сказали, будет больно. Готов ли взять сей рог ты на себя? Там не получится пройтись окольно. Вся жизнь эта совсем не для тебя. Там бездна каверзных проклятий, там зависть, зло, предательство, обман. Там будут лесными объятия, там ты умрешь в ночной туман. Тебе придется очень туго, когда ты будешь малышом. Не будет ни родных, ни друга. Скитаться будешь нагишом. Ты загрустишь, когда разрушится твой дом. Недугом этим навсегда ты заболеешь. И слезы будут горше с каждым днем. Но очень быстро ты, ангел, повзрослеешь. Прошу меня ты, небо, отпусти. Я ненадолго, я только полетаю. Хочу увидеть промыслы твои. Быть может, там любовь я повстречаю. Я научу божественно любить, искриться счастьем, радоваться песне. Я научу их жизнь свою ценить. И в горе оставаться тоже вместе. Я все смогу, и путь пройду тернистый, переживу предательство друзей. Но прежде я увижу серебристый обряд венчальный при горении свечей. Для всех я стану верным другом, им дверь открою в мир музыки моей. С моим рождением завертится все кругом. Там очень много прекраснейших людей. Вселенная твердила, будет больно. Скитаться будешь, коварная земля. А он все на своем стоял. Да там же так прикольно. Не стоит волноваться за меня. Вселенная все на своем. Не будет ни отца, ни мамы. Останешься один против судьбы. Тебя там ждет жестокость мелодрамы. Готов бороться ли с судьбой на ты? Тебя они не примут, не оценят. Там каждый за себя. У них там грязный спор. Там правду чистую на лживый текст заменят. И лишь тебе дано ценить твой детский двор. В ответ лишь ангел. Позволь мне насладиться доверием людей, любовью верной, чистой. Хочу я сам в том мире убедиться, что кто-то есть еще с улыбкой лучистой. Быть посему вселенная дала ответ, вручив ему букет из белых роз и дверь, открыв ему в наш грешный свет, благословила его в путь из грез. И вот однажды ангел в этот мир пришел. Он появился чистым в свете белом. Над ним с рождения светился орел, как будто нарисован был он мелом. Как было предначертано, пацан не раз сбегал с приютной койки, бесстрашный, смелый хулиган, и не пугали сплошные в школе двойки.
освоил музыкальный инструмент, однажды где-то раздобыв гармошку. И всякий раз звучавший комплимент его вел к славе громкой понемножку. Он дом построил и древо посадил, нашел любовь свою, одну навеки, и своим детям этот мир открыл, где в океан стекаются все реки. Он научил нас Богу поклоняться, он научил нас музыку любить, он научил ценить и не бояться, жить с правдой и искренними быть. Народом не признали, и не надо. Не это главное, чем жил он среди нас. Высокой лишь была одна награда — любовь поклонников в его концертный час. На сцену просто выходил и восхищался всеми нами. Он пел, пока хватало сил, и музыкальными одаривал цветами. Его цветы, сердечки, поцелуи летели в зал, неся свое тепло, а песни — в них Бог и аллилуйя. Из глубины его души к нам шло. Легко, совсем непринужденно, он раздавал автограф свой. Душой он пел завороженно, наш ангел, посланный судьбой. Одним из лучших был он другом. Друзей в беде не оставлял. Был замечательным супругом, семью свою благословлял. За это мы его теперь боготворим и почитаем народным музыкантом. За песни чистые его благодарим и аплодируем за все его таланты. Уход его безжалостно жесток, какую боль испытывал, прощаясь. Последний вдох и песенный поток он направлял нам, людям, улыбаясь. Его финальный закончился прыжок, и срок истек наземного гуляния. Он не был среди нас один, но он был одинок. Закончились земные испытания. Его глаза — озера, что бездонные, на нас глядят теперь уже с небес. А мы остались здесь, как сироты бездомные, и к жизни без него пропал весь интерес. Вселенная закончила свой эксперимент, перевернув страницу всей истории. Жизнь ангел прожил, как один фрагмент, оставшись в памяти своей аудитории. К нам ангел в гости заходил. Он пролетал мимо планеты нашей. И на планете этой он нас боготворил. Благодарить нас научил он день вчерашний. Однажды ангел мимо проходил. Он просто заходил к нам в гости. Как много ушло нашего ушло с тобой, как много твоего осталось с нами. Ушло с тобой и наше детство, мир иной. Остались песни, что будут петь веками. На все концерты мы наперебой бежали, чтоб твои послушать песни. На сцене ты был свой, такой родной. Для каждого из нас ты был прелестный. Ты собирал нас в равный диалог, и нам с тобой всем так легко дышалось. Заканчивалась встреча, ты подводил итог. Еще так много впереди, так нам казалось. Мы разъезжались в наши города и дальше продолжали жить, как прежде. Ты раз за разом возвращался к нам и привозил с собой маятник надежды. А мы все ждали с нетерпением,
когда на сцену выйдешь ты. Всем привет произнесешь волнением и запоешь нам про цветы. И в эти теплые моменты соединяли нас с тобой улыбки и аплодисменты, переплетаясь между собой. Нам не хотелось расставаться, готовы были продолжать пить до утра и наслаждаться тобой и музыкой, и танцевать. Кто ж знал о том, что будет буря, нас разлучит с тобой беда, что утром нам напишут: Юрий ушел из жизни навсегда. Как гром пронесся слух над головой, останется звучать нашим сердцам, как многого нашего ушло с тобой, как много твоего осталось с нами. Стих о Юре. Он очень странно у меня родился, потому что, живя в Италии, я рассказываю своим клиентам о Юре. Я настолько тяжело пережила его уход, было очень сложно работать, и, конечно, мои клиенты меня видят, они видят, что я плачу, что... Ну, в общем, сами понимаете. И они меня спрашивали: да Господи, да кто ж такой этот ваш Юра? Да что ж ты так о нем прям плачешь? Мы тебя такой никогда не видели. И я написала стихотворение. Майкл Джексон только наш. Мне задают вопросы из страны Петрарки. А кто такой он, ваш Юра Шатунов? Я отвечаю им стихами без помарки. Певец, что пел нам о любви цветов. А кем он был и чем он в жизни, и что он в жизни делал? Какой характер был у этого певца? Он был легендой и нелегкий путь проделал от самого рождения к жизни до конца. А где он жил? И как он проводил свой отпуск, какие он наряды надевал. В ответ я отвечаю: всюду пропуск он выбивал, когда хотел пойти на бал. А что, он был такой известен, что плакал весь народ о нем? Да, вопрос какой-то неуместный. В каком мы веке все живем? И тут душа моя, взрываясь от жажды рассказать о том, что мы не знаем, распыляясь, в каком же мире мы живем, не каменный и не железный, в прогресс компьютерной игры с ума сошли все повсеместно. С какой луны свалились вы? Привыкли слушать вы Батисти и Васко Росси, шумный бренд. Вам ваши нравятся артисты, вам мил аплодисментный хэнд. Это у вас там все пиарят на перебои фестиваль. И только знай, всем кости парят. Ах, как же мне вас, люди, жаль. Чтоб было вам всем так понятно, без всякого на то словца, скажу вам более чем внятно, чтобы запомнить до конца. Как Майкл Джексон из простого рода, начав в трущобах призванию идти, так наш герой, он из народа, свой путь тернистый должен был пройти. Он выходец из светлого народа, родителей он больше, чем не знал, но подарила взамен его природа империю века, что трудом своим создал. Вот так вам, Майкл Джексон, но в России. В 13 лет уж стадионы собирал, но оставался скромным он в своей миссии. И никакой поблажки от жизни он не ждал. Вся боль ему
А он такой ранимый, такой он хрупкий, нежный и простой. Во всех дорогах Богом был хранимый. Путь завершен, отныне уровень друг иной. Ему теперь все облака там светят, ему там поклоняются миры. В особый час кому-то на рассвете он в вещи приходит сны. Теперь он свои мысли и желания передает нам, говоря во снах. И с Божьей помощью все его знания мы, люди, будем излагать в стихах. И когда я читала им мои стихотворения и объясняла им, кто такой Юра Шатунов, мои клиенты, итальянцы, решили помочь, поучаствовать в акции. Фабио Миорелли, Моника Кобе, Патриция Сантони, Дорис де Вирджили, Рита Фьюриоли, сестры Розетта и Инес Фаччо, Джулиана Делана, Луиза Гросси, Маргарита Дель Кастани и Анализа Каницоли, Джованна Билетта, Алена Лукита, Лена Пашкевич, Мария Юзвук, Лорена Эммануэли, Мануэла Берти. Я благодарю моих клиентов, которые приняли участие в благотворительной акции. Я привезла от них деньги, и уже мы купили нужное и необходимое для деток в Оренбургский детский дом. Потихонечку мы подходим к завершению нашей встречи. И я хочу поблагодарить всех участников, кто принял в организации и проведении этого вечера. Вы сегодня увидели многие фрагменты, которые собирали 2 месяца в одну единую линию. Мне помогали из Ташкента поклонники сделать это видео. Мне помогали здесь добавить музыку, сделать одно видео, сделать другое видео. Мы провели невероятную работу с теми, кто был со мной рядом. Я благодарю человека, который со мной несколько лет читает мои стихи и плачет. Это редактор, который редактирует мои произведения. Это Елена Владимировна Дмитриева. Я хочу выразить благодарность юному художнику Артему Шумилову. Вы не представляете, сколько теплых слов я получила за эти месяцы, пока готовила этот вечер. Чикаго, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Австралия, Йемен, Германия, Грузия, Армения, Таджикистан, все азиатские республики, Узбекистан, Казахстан, Чита, девочки, я перечисляю всех, Греция, Турция, Литва, Эстония, Украина, девочки Украина, вы многие мне написали, мы с вами,
Большое вам спасибо за поддержку. Латвия, Болгария. Кого я могу еще забыть? Я не забыла всех, у меня все записано, но настолько это вот сейчас волнительно. То есть весь мир, понимаете, сколько людей знали Юру и знают. И скольким еще предстоит еще узнать о его творчестве, если мы все вместе постараемся, и мы будем держаться друг друга, будем посылать друг другу сердечки и добро. И с нами узнают другие люди о Юре, о его творчестве. Таким образом, память о нем никогда не уйдет.